Дамы и господа, мы рады представить вам город Краснодар, административный центр Краснодарского края. Его называют южной столицей России. Это красивый, уютный город, где 280 солнечных дней, мягкий климат и короткие зимы. 217 лет назад его основали казаки и назвали Екатеринодаром. Современный Краснодар хранит следы своей истории, неповторимый архитектурный стиль и южный колорит. Сегодня наш город – это развитый мегаполис. Он занимает 840 квадратных километров. Его население превышает 1 миллион человек. Краснодар выполняет функции железнодорожных и автомобильных ворот страны на пути к морским портам Черного и Азовского морей. Через него проходят транспортные магистрали федерального значения, есть два аэропорта, речной и грузовой порт. Городская экономика развита, представлена всеми основными отраслями – промышленностью, строительством, сельским хозяйством, транспортом, связью, сферой услуг, торговлей. В ежегодных рейтингах журнала Forbes Краснодар 3 года подряд признается лучшим российским городом для ведения бизнеса. А международное рейтинговое агентство Moody's присвоило Краснодару кредитный рейтинг на уровне Ba2 и прогнозирует стабильную финансовую ситуацию в городе. Краснодар – город комфортных инвестиций, так говорят о нем те, кто ведет здесь свой бизнес. Добро пожаловать на экспозицию Краснодара! Дамы и господа, Краснодар представляет вашему вниманию 29 инвестиционных проектов и 40 инвестиционных площадок. В их числе кварталы реконструкции, расположенные в исторической части города, в престижном районе, где сосредоточена административная, деловая и культурная жизнь. Для Краснодара актуальны инвестиционные проекты, связанные с комплексным освоением земельных участков. На экспозиции вы можете знакомиться с проектами жилищного строительства общей площадью свыше 2000 гектаров. Обращаем ваше внимание на перспективную застройку Восточно-Кругляковского микрорайона, жилого комплекса в районе Западного обхода и в поселке Гидростроителей. В промышленной сфере приоритетным проектом является создание Восточной промышленной зоны. Она расположена на территории площадью 366 гектаров с развитой транспортной и инженерной инфраструктурой. В настоящее время администрация Краснодара формирует состав резидентов ВПЗ. Краснодар подготовил 14 инвестиционных